Приветствую, уважаемые, меня зовут Эндрю Браун, и вы на канале Путь Режиссера. И сегодня я продолжаю цикл видеосюжетов о Adobe Premiere Pro. С нуля до взлетной полосы. Мы еще, естественно, не на ней, но мы приближаемся. Почему? Потому что сегодня достаточно важная тема, которая касается менеджмента проекта или организации проекта под удаленную работу. Что это значит? Допустим, вы фрилансер или вы просто-напросто работаете только монтажером, и вам, естественно, нужно знать, что такое Premiere Pro от 0 до 100, и также уметь манипулировать, создавать проект, уметь работать с тем проектом, который вам присылают, и делать понятную систематизацию, организацию проекта, используя различные маркеры, лейблы, подгружать прокси, делать прокси и все такие подобные манипуляции. Поэтому сегодня на простом примере, достаточно понятном всем вам, это ваши любимые свадьбы, мы рассмотрим это все, как это все создается и какие нужны для этого знания. Поехали! Итак, давайте посмотрим, как выглядит структурированный проект. В первую очередь обращаем внимание на вкладку Project и, нажав на нее, в моем случае кнопку консоли на клавиатуре, мы раскрываем данную вкладку на весь экран. И смотрим, как все грамотно разложено по папкам относительно материала. Чтобы создать папку или секвенцию, мы нажимаем правой кнопкой на пустое место и выбираем нужное. Также это можно сделать справа внизу. Далее варианты отображения либо в столбик, либо вот такими большими иконками, что, на мой взгляд, менее удобно при больших проектах. Здесь же, допустим, выбрать видеофайл, нажав правой кнопкой, мы можем создать для него прокси. Также, если прокси создан, подключить его. Если проект удаленный и мы получаем его через интернет, то вам заново придется переподключать прокси через функцию Attach Proxy. Все, что касается этих функций, я расскажу в конце видео. Далее давайте посмотрим на тайм-линию и разберемся, чем такой вариант организации хорош. В данном случае мы видим подгруппы секвенций сверху с названиями событий. В каждом из них лежат только футажи, которые относятся к этому этапу съемки. Тем самым мы разгружаем проект от постоянных поисков тех или иных футажей и можем отбирать материал гораздо быстрее. И отбирается материал уже в единую секвенцию под готовый проект. Что здесь примечательно, что все можно маркировать по цвету и длительности, добавляя при этом описание под определенные футажи или отмечать последовательность событий маркером, как здесь вы видите. Все это делается прежде всего для комфорта просмотра вами и вашим заказчиком. Как создать маркеры? Правой кнопкой кликаем здесь и ищем Add Chapter Mark. Во всплывающем окне у нас представлены возможности этого самого маркера. Как видите, можно добавить описание, заголовок и, естественно, все это прочитает ваш монтажер. Также можно указывать ссылки на референсы под ваш конкретный комментарий, что очень удобно. Создали маркеры, допустим, но это лишь какая-то красная точка и вам бы хотелось растянуть его, чтобы видеть заголовок, естественно. Нажмите Alt и левую кнопку, тем самым маркер растянется. Что касается цвета ваших дорожек, все очень просто. Правая кнопка, лейбл и выбираем цвет. Это все поможет вам в профстановлении монтажером и также сэкономит множество времени. Но что же о прокси? Давайте создадим прокси. Выбираем нам нужные файлы и через правую кнопку переходим в прокси и Create Proxy. И перед нами окно настройки. Здесь вы можете выбрать разрешение из представленных или добавить пресеты своего. И, конечно же, укажите путь сохранения. И возвращаясь к тому, что когда вам дадут проект на удаленке, то он, как правило, будет без исходников и только с прокси, который нужно будет привязать через вот эту функцию Attach Proxy. Поэтому вдруг вы откроете проект и вам ничего не подгрузится, то не пугайтесь, а делайте все как уважающие себя киноделы. Посмотрите мои видео. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вы разобрались в менеджменте проекта, а именно как создавать прокси, прикреплять, различные создавать секвенции, ложить туда файлы, маркировать, делать описание и все в таком духе. И, конечно же, теперь у вас есть возможность получать проекты извне, не бояться, что что-то случится, вы сможете их спокойно открывать, работать с ними и, естественно, также отправлять качественные, отсортированные, организованные проекты другим фрилансерам. На этом, пожалуй, все. С вами был Эндрю Браун, канал Путь Режиссера. Если вам, конечно же, понравилось данное видео, поставьте вот такие штуки, не пожалейте подписаться на канал, потому что видео будут выходить, и они, естественно, будут выходить.
крутыми. Путь режиссера Эндрю Браун. До новых встреч!